Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, наградушка, Лига Сёгунов 3 звезды. Но я больше уверен, что меня сбросили. Сейчас мы с вами убедимся в этом деле. Но вначале откроем колоду. Ага, понятно, никого не дали, 6 долларов. Окей, дальше давай заберем ревард. Сразиться в боях, это мы с тобой займемся. Но вначале я хочу глянуть кое-что. Ну да, Лига Сёгунов, ну хотя бы ранг 10, поэтому мы с вами, наверное, через один бой вернемся в Лигу Сёгунов 3 звезды и будем дальше продолжать нашу эпопею. Ребят, я, короче, вчера все-таки купил соточку себе телепортов. Ну и, как вы понимаете, да, нашел Эйприл. Но прокачать мне пока не получится, потому что нужно 5000 мутагена. А в данный момент у меня всего лишь 3000. Но мы обязательно ее поднимем по рангу чуть-чуть попозже. Кстати, у нас тут... Ага, вот это, кстати, очень хорошая штука. Ребят, всегда делайте вот эти вот задания на телепорты. На телепорты, на мутаген, на жетоны. Ну, на пиццу можно не делать. Это только в том случае, если тебе действительно нужно что-то там найти. Как вот мы с вами ищем, да? На зэка, например. Сколько нам, кстати, там осталось? Посмотрим. Ага, 14 наушников. Вот, например, ищешь на зэка, если у тебя очень-очень много телепортов, да, но не хватает пиццы, то тогда делай задание на пиццу. Или если ты проходишь испытание там из другого измерения, потому что пока ты там все эти локации пройдешь, очень много требуется пиццы. Ну что, давай, наверное, с тобой быстренько сейчас попробуем поискать маленечко, да? Ну, как всегда, дудки. Ага. Одни наушники нашли, давай вторые. Конечно, разогнался, да? Балалаечку тебе, как говорится. Ну вот, хотя наушники у нас не золотые, они обычные, поэтому должны довольно легко фармиться. Но, видишь, мне с моим везением как-то здесь не заходит ни шиша. Да, выпадает обычная зеленая колба, вот наушники выпали. Опять колба. Опять колба. Эта колба, она меня достала. Вот, наушники. Так, выполнили мы с вами задание. Я бы, конечно, мог и дальше искать, но нужно поберечь все-таки эти телепорты. И поднять уровень персонажа. Блин, мне еще уровень персонажа нужно поднять. Ё-моё, у меня и так с мутагеном большая проблема. Ладно, давай найдем кого-нибудь послабее. Кого-нибудь послабее, да? Который не такой требовательный. Ну, например, это будет у нас кто? Кто у нас, например, это будет? Я ума не приложу. Ну, давай вон, Кейси Джонс. Фиг с ним, так уж и быть. 850, почти 1000 потратили мы с тобой мутагена. Ну, надеюсь, мы на лиге с тобой все это дело отобьем. Кстати, сегодня будет у нас новое испытание, да? Это, по-моему, черепашья буря, если я не ошибаюсь. Да, именно она. Также у нас еще есть платиновый клан Фуд. Я просто одним глазком гляну, стоит ли. О, вот, ребята, вот уже хорошо. Вот сегодня мы, наверное, может быть, даже пару боев пройдем, наверное. Но это будет после черепашьей бури. А черепашью бурю мы будем с тобой играть уже после того, как мы поиграем на арене. Да, нам еще надо Эйприл Кунейч прапать. Тоже не стоит об этом забывать. Что у нас по предметам? Оу, можем, кстати, давай-ка мы приобретем ДНК на Джастина. Так, да, я хочу потратить 2000, будьте добры. Так, по жетонам у нас 61 ПВП монетка. Я, естественно, не могу ни на что потратить. Ну и тут то же самое. Пока, в общем, мы на это не обращаем внимания. Погнали, да, короче, на турнирную арену. Быстренько сейчас с вами тут прошмыгнем. У нас, кстати, 10 откатов. И начинаем мы, наверное, с Гаунтира. Вот как. Вот так вот звать этого чувака. Гаунтир. И будем мы с тобой отыгрывать вот этих персонажей. Маленьких, да, не спорю, ребята, но за ними вся сила. И возьмем сюда Паукуса. В эту команду беру Паукуса и Леонардо. Ну, Леонардо, вы сами понимаете, для чего. Чтобы он сейчас шик-шик своей вертушкой всех там накромсал, да. В салатик покрошил, и все было хорошо. Погнали. Так, мне кто-то здесь не нравится, все не нравятся. Ой-ой-ой-ой, тихо, добьешь? Паукус, пожалуйста, а. Так, это напряженка. Он не справится, ведь так? Он же не сможет справиться с... Есть!
Слушай, это нежданчик для меня. Майки, красавчик, красавчик. Все-таки подбил этого бибопчика, да? А если бы не подбил, я боюсь, мы с вами могли бы кого-нибудь потерять. Что там опять за долгая такая загрузка? А в чем опять проблема? Ну, мы вернулись с вами в Лигу Сёгунов. 3 звезды, 95-я позиция. Наверное, сегодня мы попадем такими темпами в Лигу Мастеров. Да-да-да. Так, друзья мои, у нас тут Стефане, Луис, Эммануэль и Сашка. Ну, давай со Стефана. Кстати, переходите на второй канал мой. Я начал, друзья мои, прохождение Резидента Эвила. Ну, естественно, третий ремейк. Так что, добро пожаловать. Так, ну что у нас тут? Ну, в принципе, можно отыграть. Давай Хану пока мы уберем. Я возьму лучше сюда Змей-ковьюна 63 уровня. Меня здесь смущает, в принципе, кто? Вот кто, ребят. Это Бакстер Стокман и вот эти самые кролики. Ну, на самом деле, это кучка маузеров разноцветных. Надели на себя ушки и воображают, что они кролики. Не знаю, почему так сделали. Шик. Ага, ага, смотри. Ой-ой-ой, тихо. Ну-ка, давай вот так бомбанем, надеюсь. Ах ты мой змей-ковьюнчик. На самом деле, в мультике он не такой дружелюбный, как здесь. Ну, потому что здесь я за него играю. А там-то он бегал, да? А вы помните, кем он был до того, как превратился в это растение? Шантажистом, который хотел... Это же он, по-моему, да? Бегал там с телефоном. Записал, как говорится, когда черепашки дрались с этими... С кланфутовцами, по-моему, да? Или с кем они дрались? Или... Или даже со Острозубом? Я сейчас не помню, давненько я смотрел этот мультик. А этот чудик записал всю эту боевку и потом требовал деньги. Там сколько там, миллион долларов, по-моему, да? И если ему не дадут, он выложит это все в сеть. Естественно, черепашки там запаниковали. Потом там произошла некая стычка. И он попал в мутаген, превратился вот в этого змей-ковьюна. И сердце у него внутри, там, типа орешек такой. Ладно, это было вкратце, что-то я отвлекся. Ну, ностальгия, ребят, напала ностальгия, вспомнил что-то. Ага, смотри. Вот оно, счастье наше, друзья мои. Кунаичи получает 4-ю серебряную звезду, ух ты. Дух дракона. Эйприл воплощает дух дракона. В начале хода есть вероятность 15% восстановить 10% от максимума ХП. Шикарно. А что нужно, чтобы перевести ее, подожди-ка, в золотой ранг? А я не могу разве этого сейчас сделать? Нет, друзья мои, не могу. Для этого нужно еще найти 99 ДНК. Вот тебе и обломчик с печенюшкой. Да, я думал, что мы сможем ее в золотой ранг привести. Но на нет и суда нету. Продолжаем нашу турнирную арену. Наша турнирочка идет. Так, Димка, Майкл и Росси. И Росси, Росси, Росси. Давай Росси возьмем. Росси очень милая девчуля. Так, и мы видим здесь максимальный уровень 61. Для нас это как два пальца об асфальт. Возьмем-ка мы с тобой, наверное, здесь Донни. Слушай, должны, по идее, справиться. Донни, если что, как на добивку, да, своими сюриками должен уложить. Уложить их всех, точнее добить. Потому что основной урон у нас, конечно же, сделает наш покорный слуга Лео. Так, погоди-ка, давай-ка я, наверное, вот сюда пропишу. Хыдыщ. Да. Прописывальщик тоже мне. Вот, Шархан молодец, красавелла. Донни. По идее, Донни должен был вот это вот все сделать. Но почему-то у Хана инициативы больше, чем у Донателло. Хотя по уровню Хан слабже. Как хочешь, так и понимай. И сидишь и думаешь, может быть, действительно здесь инициатива рандомная. Так, ну ладно, мы с вами поднимаемся на какую? 75-ю? Ох, 69-я ступенька. Это меня уже очень радует, вдохновляет, так сказать. Я набираюсь оптимизма, особенно смотря вот на эту вот физиономию Адриана. Тут Славик и Джонатан. Давай возьмем, наверное, Адриана. С недовольной физиономией и немножко его помурыжим. Да-да-да, поможем. Я хочу вот этих вот двух персонажей отыграть. Вдруг получится, ты понимаешь? Ну, а вдруг, кто его знает? Авось прокатит. И возьму сюда, наверное, Армагошу вместе со Сплинтером. Вот так. Я рискую, друзья мои. Я знаю, 45 уровень, это вам, извини меня, не полтинник, да? 45 уровень, тем более,
по сравнению, кто против нас. Тем более тут, извини меня, Шредер, Донни, то есть массовых атак достаточно, чтобы сделать мне кучу неприятностей. Вот, видишь, первые неприятности уже пошли, но я думаю, что Армагон сейчас просто все сделает на изи. Найс, кул, вот и все, вот тебе, вот, все наглядно. Эйприл, молодец, не упала, как говорится, нашла в себе резервы силовые, да, выстоять против Шредера, и все отлично у нас получилось. Ну, а мы с вами двигаемся дальше, и тут уже, как говорится, и мастер не за горами, ты понимаешь? Он уже вот, вот прям вот виднеется уже, видишь, 55-я ступенька у нас с вами. 7 откатов еще, 7, ты понимаешь, это что, получается, мы 3 раза только, да, сделали откат на Лео. Так, что у нас тут? Дарек, тут Андрюха, тут Зауреш. И у нас либо Зауреш, либо Дарек. Я думаю, что мы, наверное, возьмем все-таки Зауреш. Какое имя, да? Классное. Зауреш. Казах или что-то такое. Так, ну ладно, давай возьмем, наверное, с тобой Муху. Один из подписчиков говорил: Рэй, ну не оскорбляй Муху. Ребят, ну я же не оскорбляю, я же не говорю, что она там... Ну, грубыми словами. Просто мне не нравится, как боец Муха. Понимаешь? Как хиллер, да, не спорю, хороша. Как боец, ну, ни о чем. Так, ну что, Зауреш, ты, я думаю, готова. Я знаю, что ты сейчас сидишь там, спишь, наверное, или там чай с булочками пьешь. А я пока, да я больше уверен, что, наверное, твой сын или дочка играет из твоего аккаунта. Ладно, это не суть. Пиу! Да ладно, иди ты в пень. Еще отхил делает. Ты посмотри, что этот паршивец Донни сделал. Короче, я беру, наверное, провокацию здесь. На Тимати. Берем провокацию. Я надеюсь, он выстоит. Здесь у меня, если что, есть муха. Полетела граната от... Тихо ты. А если я вот так вот сделаю, а? Что ты на это скажешь, парень? Выстоял ты, прикинь. А так, если... Вот, вот это совсем другой разговор. Ну что же, Донни упал у нас самым последним. В принципе, я не удивляюсь. Донателло всегда такой у нас, да? Самый живучий из всех. Ну, а мы с вами продвигаемся дальше. Сейчас пройдем ареночку и пойдем с тобой уже играть в испытание. Какая ступенька? 40-я. 15 лесенок я всего лишь перепрыгнул. Слушай, ну кисло на самом деле. Я думал, что побыстрее будет это все у нас идти. Опять у нас Росси. Гокука, елки-палки. И Измаил. Ну, давай возьмем, наверное, Росси. Лео опять. Кстати, Лео можно уже, наверное, и не брать. Ну, хорошо, отыграем вот этих вот последних бойцов наших, да? Через кого? Через вот так вот. Погоди-ка, я отказался, что ли? Давай, все. Вот отыгрываем вот эту вот партию. Я просто хочу попасть в этот, в Лигу Мастеров. Поэтому я и беру вот этих вот слабых наших персонажей. Давай-ка начнем с бомбочки. Сплинтер сейчас, да, как всегда, рванет. Нет, не рванул. Ну что ж, тогда мы рванем. Мы рванули, пуканы у них взорвались, они упали, и мы с тобой продвигаемся дальше. Продвигаемся дальше, и я надеюсь, где-то будет 35-я позиция, да, а там где-то еще, наверное, боя 2. Боя 2, и все, и мы с тобой будем уже в мастерах. Давай. Давай. 25-ю. Во, смотри, видишь, послушалась. Игрулечка. Ну что, давай тогда мы с тобой два боя еще сделаем. Сгорим пополам как-нибудь. Так, Денис, Эмиль и Манприт Синг. Не пойму. И понимать не хочу. Возьмем мы с вами Эмиль. Возьмем мы с вами Эмиль. Так, возьмем вот караек обоих. И вот так. Получается, у нас еще с вами один будет полноценный бой. Но мы можем, конечно, сделать два полноценных боя. И, наверное, мы так и сделаем с тобой. Давай попробуем Сюртухана вначале наказать. Шух. О, все у нас классно тут вышло. Так, и если мы сейчас перейдем с тобой в мастера, хотя вряд ли, нам нужно еще будет один бой, а желательно и еще один, чтобы закрепиться на той позиции. Ну что так грузится долго, а? Ну? Куда мы с тобой приземлимся? 15-е, окей, окей. Так, выбираем с тобой. Тут Мариночка, Юля и опять Измаил. Мариночка, Юля. Ну давай, наверное, возьмем Маринку. Лео, ты уж извини, придется тебя потревожить маленько. И
Вот так. Берем к этой пачке двух. Я возьму Кунаичи и Леонардо. Все. Ребята, я надеюсь, сейчас будет, ну, самый пик такой напряженности, где либо мы, либо нас. Плюс еще у нас тут Майки, не забывайте. Он, естественно, танцулькой занимается, вместо того, чтобы буянить. Так, делаем вертушку. Хиллер есть у них здесь? Хиллер есть, один. Ой-ой-ой-ой-ой, кого? Кого сейчас? Кого отшлепает? Фу, нам повезло. Блин, хиляется, что ли? Нет, этот у нас иммунитет вешает. Хиляется у нас вот... Подожди, а разве... Нет, Рокстеди вообще ничего не делает. Это у нас Бибоп в форме кролика, да, хиляет. А этот ничего не делает. Поэтому он и получает, как говорится, то, что заслужил. В общем, ребят, мы с вами здесь победили. Переходим на последний бой. И уже все-таки надо идти на испытание. Как ни крути. Там у нас что? Там у нас будут черепашки разыгрываться, да? Ну и в эксперт, точнее в платиново, надо еще ранг садить. Ну что же, давай, поехали. Так как у нас с тобой осталась практически одна имба, я, наверное, возьму... Ну вот, я возьму Терри. Я возьму Терри, раз, два, три. Раз, два, три. И вот так. Конечно, Алапекса здесь вообще, ну, не в тему, на самом деле. В общем, давай пробовать. Сейчас, конечно же, Усаги будет ходить первым. И мы сразу делаем с тобой супер комбинацию. Это массовая атака. Но на самом деле я ожидал большего. Ё-моё. Все, да? Ребят, мы, по-моему, с вами... Мы, по-моему, с вами потеряем сейчас Алапекс. Угу. Скорее всего. Ванюша. Ванюша сейчас стопудово. Либо гранату пульнет, либо начнет шмалять. Либо шмалять начнет. Что он сейчас сделает? Или же ничего не успеет. Погнали, вот так сделаем. Волна. Фух, я уже, знаешь, что подумал? Сейчас думаю, сейчас этот носорог возьмет свой огнемет, как поджарит, и Алапекс у меня отдуплится. Но, видишь, нам повезло. Всех игроков мы с вами сохранили. Отлично. То есть мы с вами попадаем в лигу мастеров. Позиция где-то будет около десяточки. Да? Ну, я и говорю, что десяточка, я имею в виду 91-я. Так, отлично, все. С аренкой, с турниром мы с тобой закончили. Теперь у нас следующее задание. Мы переходим на черепашью бурю. Ой, это самое сложное. Ну что, давай посмотрим, кого нам... Ой, ё-моё, друзья мои. Это не фарт называется. Это не фарт, причем большущий. Потому что ты сам видишь, кого мне дали. Ну ладно, с этими может быть у нас получится как-то здесь разобраться. Но дальше нет. Дальше, к сожалению, мы не пойдем. Я даже сам не пойду, потому что я знаю, что это бесполезно. Хила у нас тут с тобой нету. Как выживать? У них тут, смотри, вот, видишь, хиллер. Уклонение, массовые атаки. Сейчас тут все у них будет, поверь мне. Надо было вообще-то не защиту ставить, а... Ладно, фиксим. Давай выпустим волну. Ну, по крайней мере, сейчас Лео мы ушатали. Это уже плюс. Никакого хила им тут не будет. Ну, естественно, постепенный урон. Тихо ты, успокойся сейчас. Ать. Ну, Ванька, да, как слабое звено, естественно, ему и достается. Переходим с собой на вторую волну. Ну, в принципе, вот эти вот не такие страшные, если честно. Нам нужно с тобой... Давай вот Рафа, наверное, накажем. Хотя, по идее, надо уничтожать Майки. Выпускать маузеров. Ладно, пускай маузер. Хотя черепашки оригиналы намного сильнее этих. Так, добили. Переходим дальше. Ну, здесь у нас кто? Угу. Что мы с тобой сделаем? Наверное... Твою ж налево. Ну, давай попробуем так. Прожмем, как думаешь? М-м-м, не прожали, к сожалению. Контратака не повесилась, да? Повесилась только... Ой-ой-ой, кому? Блин, Ванька, ты держись, главное. Не, Ванюшку сейчас разберут, это однозначно. Даже если он здесь выживет, хотя я сомневаюсь. Хотя, подожди, может быть еще... Может быть еще все у нас тут и получится. Есть доля сомнений.
Потому что если сейчас Донателло сделает свою массовую атаку, нет, он не сделает. Ну, все зависит, что у нас здесь получится. Провокаций, как ты понимаешь, у нас с тобой нету. И только если замедлить. Они все равно, они достанут Ваньку, поверь мне. Что бы ты тут ни делал, как бы тут не выкручивался, они все равно найдут резервы, чтобы ему насолить. Так, кто у нас тут? Майки собирается, наверное, ходить первым, да, все-таки? И Лео. А, нет, это Донни. Все, да, Ванюша? Нет, нам тут, друзья, повезло. Повезло, что Ванька не упал от массовой атаки Донателло. То есть фартануло. Ну что же, я этому очень, на самом деле, рад. Потому что первое испытание мы прошли с тобой четенько. И говорит о том, что мы можем с тобой немножечко здесь пофармить. А фармиться у нас здесь, ух, ты посмотри. Ну, вот это вот, конечно, мне не нужно. Вот этот ряд черепашек мне не нужен. А вот этот вот и второй рядок очень даже пригодится. Ну, сюда я не пойду, посмотри. 70-й уровень. 70-й, ну, если только, знаешь как, без Ванька. Погоди-ка, давай-ка мы с тобой, если что, прибережем, да? Хочу я все-таки вот сюда зайти, в платиновое, и попробовать здесь немножко пошалить. Немножко пошалить именно тремя вот этими черепашками. Почему тремя? Потому что я больше уверен, что они выживут. В остальных у меня нет такой уверенности. Поехали. Так, давай добьем. А, добьем, ё-моё, конечно, добили. 70-й уровень здесь у них. То есть у нас вот эта команда, почему называется имба? Ребята, у нас здесь есть провокатор. У нас здесь два хила, причем далеко не самых слабых, да? Уклонение. То есть, ну, все, что нужно здесь есть вот в этих вот двух персонажах. Контратака. Вообще шикарно. Так, минусанули. Переходим с тобой на вторую волну. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь у нас противные-противные персонажи. Наверное, мы сделаем с тобой вот так вот. Я не хочу здесь баловать. Так, и в первую очередь нам надо вот этого вот нахлобучить. Чтобы никакой провокации здесь не было. Дальше что? Дальше лучше нам сделать уклонение. Дальше нам сделать уклонение. Ну что, понеслась, да, у них? Душа в рай. Попала? Карайка, ты серьезно? Ты по мне попала? Так, нахлобучим или нет? Даже не попадем. Нет, попали. Ну тебе хана. Окей. Крис, ты что? Ну-ну-ну-ну-ну-ну, успокойся, парнишка, успокойся. И ты тоже успокойся. Роботека фигов. И последняя у нас с вами волна. Угу. Ну что, начнем, наверное. Блин, а с кого начать лучше? Постепенный урон мне, конечно, не нравится, что висит на нас. Очень не нравится. Так, погнали. Хиляться, я думаю, нам пока тоже здесь не стоит. Начнем с мухи. Начнем с мухи, накажем или нет? Н-н-н, не пробили. Тигр, подожди-ка, вот этого надо нахлобучить. Шикарно мы его разбомбили. Муха сейчас будет хиляться, поверь мне. Предсказуемая, просто ты муха, предсказуемая. Никакого, как говорится, разнообразия. Минус муха. Так, теперь давай вот этого вот саблезубчика с тобой накажем. Ой-ой-ой, это опасно. Постепенный урон не повесил. Так. Очень хорошо, что у нас, ребята, было уклонение. Но они даже без уклонения, по-моему, по нам не попадали. Шархан упал, и у нас остается здесь Рокстеди, которого мы вот так попробуем. Через постепенку. Нет, еще надо. Бомбить еще надо. Ну, добивочный от Лео. Все. Слушай, я вот, знаешь, что думаю? Может быть, нам с тобой рвануть еще на один там эпизодик. Попробуем пройти. Хотя, наверное, там будет слишком большой уровень. В общем, давай посмотрим. Неохота просто тратить впустую тот же самый сыр. Снаряжение Клан Фуд. Давай глянем, что у нас тут. 80-й уровне. Вот как думаешь, стоит рискнуть? Давай рискнем, фиг с ним. Ну, проиграем, так проиграем. А вдруг выиграем, кто его знает, три волны здесь всего. Погнали. Мы, считай, играем в данный момент на равных. Потому что у них и уровень 80-й. У нас только здесь Леонардо 97-го. И все, остальные, как говорится, одинаковые. И ты видишь, что происходит уже. Уже начинается вот это вот постепенные уроны.
Естественно, нам придется с вами майки хилять. И желательно быстрее, если мы хотим, чтобы он выжил у нас. Плюс постепенный урон будет его все равно периодически бомбить. Сколько там? 2 хода, по-моему, да? Единственное, я могу как бы ему помочь чем? Встать в провокацию Рафаэлем. Да что ж такое? Ты посмотри, что они делают. Они постепенные уроны только раздают. Как я не знаю что, как пирожки на завтрак в школе. Так, ну-ка, давай вот так вот сделаем. И сейчас Маузеру. Ага. Слушай, надо было уклонение. Ладно, фиг с ним. Вторая волна здесь. Ой-ой-ой-ой. Как взглянешь, так вздрогнешь. Здесь 2 провокатора. Здесь Рахзар и здесь же. Я попробую наказать. Получится, надеюсь. Да. Провокаторов больше нету. Делаем с тобой уклонение от греха подальше. Не хочу, чтобы кто-то здесь у нас распластался. Минус саблезуб. Так, Бибоп. Не пробил, а люлей. Ответочка получилась. Так, ой, огнемет. Хе-хе, получи. Но не добили. Ладно. Слабо. Да какое, блин. Во. И последняя волна у нас здесь. Так, Шреддер, в общем, все дела. Начнем. Блин, я не знаю, давай со Шреддера. Наверное, так. У нас массовой атаки нету, да? Нету. У нас есть зато. Блин, что сделать-то? Я, наверное, попробую. Шарханы. Я, наверное, Шархана попробую пробить. Но я сомневаюсь, что получится, конечно. Ай. Это. Так, отхил от Шреддера. Значит, мы с тобой что. Тихо, ты. Да что ты. Оу. Нет, 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 нет. У нас с тобой абсолютно ничего нету, понимаешь? Я не могу стать в провокацию. Хил. Эть! Нам хил тут уже не поможет, друзья. Печально вот это осознавать, когда, блин, совсем чуть-чуть их хотел. Блин, тот. Кто его так бомбанул так крепенько, а? Так, нам еще и запретили отхил. Плюс проникающий от Рафаэлю, от Криса Брэдфорда. Что-то нас тут вообще как-то расписали, друзья. Очень-очень быстро. Практически моментально. Я хильнусь, конечно, Лео захиляться не сможет. Да отвали ты, Шреддер, блин. Достал уже, а? Этот все тут укрепляет свою команду. Давай вертушку попробуем. Лишь бы попасть. Угу, угу. Так, остается у нас, давай вот этого Гаврюшу. Что я делаю? Хотел ударить его. Ну, я могу тебе сказать одно. Этот этап мы с тобой пройдем. Но, естественно, не на 3 звездочки. Не на... Что? Отдохни. И ты тоже. Не на 3 звездочки, но с тобой мы получим награду. Награду. Да, к сожалению, ну, видишь, майки как самый слабенький, самый маленький и получил, как говорится. Ну, снаряжение, клан фуд все-таки мы с тобой заработали. Ну что, будем рисковать. Вот сюда будем рисковать идти, а? Риск офигенный, на самом деле. Хорошо, давай мы с тобой возьмем всех. Я больше чем уверен, что здесь у нас выживут только лишь 2. Может быть, 3. Блин, волны тут 4 штуки. Теперь я сомневаюсь, что выживем ли мы. Здесь добавляются у нас кто? Оригиналы. Да, черепашки-оригиналы здесь будут. Потому что в прошлом испытании их просто-напросто не было. Ну что-то своими танцами тут. Танцы-шманцы он мне здесь делал. Давай защиту. Защиту, конечно. И волну. Хоба. Найс. Блин, ну кто бы мог сомневаться, что он возьмет пиццу. Ну-ка, нахлобучим. На-ка. Тыч, готовченко. Так. Ну, добьем его, добьем, хорошо. Да иди ты. Вот. Найс. Так, переходим с вами на вторую волну. Здесь у нас. Вот так вот мы сделаем. Посмотрим, сколько получат урона они. Слушай, ну неплохо, довольно неплохо. Давай мы, наверное, с тобой попробуем Дони ушатать. Рафаэля надо было. А, Рафаэль сделал такую вот ерунду. И, в принципе, зря. Ой, что я сделал? Хотя, ай, зря. Давай тогда вот так вот мы его добьем. Хлопчика этого. Успокойся, пожалуйста, успокойся, Майки. Так, этот берет провокацию на себе, да?
Хорошо, взял ты провокацию на себя. Ну, пеняй на себя. И майки остаются. Бог, нахлобучили. Так, третья волна, вот здесь у нас уже оригинальчики стоят. А в конце, значит, будет у нас черепашки из фильма, да? Так получается. Угу. Так, что мы можем? Давай сделаем, наверное, вот так вот. Так, на атаку. Да, на контратаку повесилось. Немножечко. Сейчас будет... Ага, берет. Берет на себя провокацию. А если я вот так вот сделаю? Что ты на это скажешь, парнишка? Я так и понял. Так, дальше у нас идет кто? Блин, Рафаэль. Рафаэля надо наказывать. Изи. Так, ты-то как? Крепок. Крепок малый. Ничего не могу сказать. Сейчас кому-то звезданет. Памс. Зеку. Зеку досталось. Ну что, Донни, хорош баломать. Давай, иди на покой. Ты уже тут заигрался, паренек. Ну и четвертая, последняя волна. Подожди, я думал, что у нас здесь будет фильм. Нет, не фильм, ребята. Черепашки-ниндзя-видение у нас здесь. Ладно, проникающий. Окей-доки. Так, заблокировать нам нужно кому? Вот здесь вот. Вот здесь способность нужно блокировать. Смотри, как срабатывает идеально, да? Не зря прокачал так. Массовая атака пошла. Ой-ой-ой, Ванюша, ты стой. Стой. Так, этот кувалду... Блин, ну и удары у них, а. Жестко-жестко они бомбят, тут ничего не скажешь. Ваня, ё-моё, ну что ты как валенок-то? Дрить тебя на корень, а. Давай волну. Так, хорошо, тут получилось. Теперь замедляшечку. Изи, найс. Так, давай сюда. И Донателло добиваем с вами. Фух, вот и все, что требовалось вам, друзья мои, доказать. Прошли. И было немножко напряженно, на самом деле, но все круто, все круто. Я доволен лично. То есть сегодня мы так неплохо побомбили. Мы перешли в мастера, получили деньги, жетончики получили, осколочки. И при всем при этом я могу еще, да, я могу эти эпизоды фармить. Ты прикинь? Ой, красота. Ну что, 4 телепорта потратить придется. Ну давай попробуем, ребят. Ой, тихо, не то. Поехали. Рафаэль, оригинальный, неплохо, я тебе скажу. Поехали дальше. Это вот похуже. Все, все, ребят. Сыр закончился. А значит, и серия наша с вами тоже подошла к концу. Я уже за кадром, наверное, буду набивать вот эти вот телепорты. Ну, а с вами будем прощаться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!